Смотри, улица, я этого не видел. Секундочку. Не, ну, объективно говоря, это будет очень страшно. Это место, да, но это офигительное место. Ну, молодцы. Мы выбрали правильное место, осталось еще правильно проехать по нему. Нам долго ехать, ну нам будет казаться, что долго там-то. Минута. Так вот засекал, уже минута. Все. Погнали. На самом деле быстро. Да, быстро. Там более 100 км в час летит.